И последний. Через пару дней наступит долгожданный праздник для всех школьников, в особенности для первоклассников. В преддверии нового учебного года прошла акция «В школу с радостью» для детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В ней приняли участие жители столицы республики, которые принесли школьные принадлежности детям и купили благотворительные купоны. Данная акция, к слову, проходит впервые. Подробности расскажет Нургуяна Егорова. Арина Юсупова пойдет в 23-ю школу первый раз в первые классы. Сегодня она подошла с мамой и младшим братиком. В этот торжественный день Арине выпала большая честь – первой получить свой школьный рюкзак. Я научилась читать и писать у мамы. И когда мама сказала, что я пойду скоро в школу, я удивилась. Я не умею читать, я обязательно к этому научусь. Спасибо, что мне подарили такой красивый рюкзак. Школьные принадлежности по акции получили более 150 детей с 1 по 9 класс. Главный организатор мероприятия – Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» выделил ранцы со светоотражающими элементами, ортопедической спинкой, основными канцелярскими товарами. Акция прошла в два этапа. На той неделе первыми подарки получили 48 первоклассников. А сегодня в мэрии в торжественной обстановке ранцы получили 100 мальчишек и девчонок. Неужели, что я пойду первый класс? Обещаю, что буду учиться хорошо в классе. Наша учительница нас пригласила, Виктория Григорьевна. Мы пойдем в 22-ю школу, так как мы инвалиды, не ходячие, будем обучаться дома. Но очень рады, что нам подарили такой замечательный портфель. Ну, думаю, что мы будем стараться. Спасибо организаторам, спасибо девочкам, которые так хорошо все организовали. Дети очень рады, спасибо большое. Фонд «Дети Саха-Азия» проводит акцию в сотрудничестве с МВД России «Якутская», также с порталом ЕКТ.ру при поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав города Якутска и Центра помощи семьям «Терчи». Как утверждают организаторы, акция «В школу с радостью» станет традиционной. Нургуяна Егорова, Евгений Лубинов, МВД Саха.